Пора зимы еще не ушла, а потому она не злится, а играет с ребятней в Центральном парке Красноярска. Здесь устроили широкую масленицу и позвали на нее 350 ребят из красноярских реабилитационных центров и детских домов. Многие из гостей раньше видели такие праздники только по телевизору, вот как Артем, например. Его больше всего впечатлили номера танцоров. Очень хорошо. Что тебе интересно? Мне интересно, как... Тут поднимают женщин, потом сами танцуют, поднимают ноги, прыгают высоко. А Анютка и сама оказалась не прочь потанцевать. И еще она много знает про масленицу. Это тоже оказалось в хороводе впервые. Это масленица – это праздник, где обращаются с зимой и встречают весну. Нравится ли тебе масленица? А чем тебе нравится масленица? Ну вот танцы вот эти все, там блины, танцы, сжигание чучела. Чтобы весна была дружной и теплой, люди пекут свои собственные солнышки, рассказывают ребята. Блинные башни были и на этом празднике. Правда, вместо традиционных сметаны и меда современные дети предпочитают шоколад. Шоколадом. А у вас? А у нас с малиной. С малиной? И какие вкуснее, пробовали друг у друга? Нет. Шоколада вкуснее. Подкрепившись и загревшись горячим чаем, дети отправились прокатиться на колесе обозрения. Для них аттракцион бесплатный. Тихо слетали с горки, перетягивали канаты и даже бились на подушках. И, конечно, вдоволь водили большой хоровод. Не обошлось на масленице в Центральном парке и без спецэффектов. Артисты из мототеатра перед тем, как сжечь чучело зимы, показали ребятам огненное шоу. Ну а потом и сама масленица сгорела. Пламя было ясным, весна будет дружной. Клавдия Снимахович, Эдуард Баглай, Афонтово. Новости.